Друзья мои любимые, всех приветствую. Если вы любите ходить в спортзал, как я, и делать это регулярно для того, чтобы поддерживать себя в хорошей физической форме, но иногда меня смущает формирование влажности подмышными впадинами. И вообще я очень трепетно отношусь к тому, чтобы после тебя, допустим, не было каких-то жирных пятен, вот, допустим, на моем прекрасном тренажере. И что я делаю? Беру вот с собой вот такой чудесный кусочек полотенца, маленького полотенца, и смачиваю его аромамаслом. О боже, как же он прекрасен! И можно орошать свое божественное лицо. А что я туда добавляю? Вот такой вот бленд. 7 чакр от Kate Spirit на базе дотера, и беру с собой вот такого рода маслица, немножечко обрабатываю свои носовые пазухи, чтобы этот чудесный аромат сопровождал меня во время работы вот на таком тренажере. Итак, любимые, в воду добавляем 10 капель масла 7 чакр, и в течение практики в тренажерном зале окропляем, орошаем свое тело там, где выделяются капельки вашего чудесного тела, капельки. И вы их вот так вот стираете, все ваши вибрации повышаются. О, как же оно божественно пахнет, очень хочется с вами поделиться. Поделитесь и вы со мной.